Татьяна Шарапова, глициолог. Почему? Не будем этого скрывать. Потому что каждый понимает, что когда мы были молодые, красивые, задорные, у нас были всякие разные взаимоотношения, все остальное. Прошло много лет. Совершенно не пропадает. И сейчас мы так красивые. На встречу внутренне понимает, что я должен себя сравнить с окружающим, правильно? Я должен быть не хуже других. А вдруг я хуже? А вдруг все равно страх есть? Может быть, а у меня есть? Но он есть. Это нормальное явление. Это движение такое. Говорил, мастер-класс нам сделать. Которое всем мило, которое нам всем радостно, и которое, наверное, лучшие годы нашей жизни, как бы ни случилось. Я не знаю, что это по-другому. Студенчество именно в том виде, о котором все мы здесь говорили, причем говорили очень внятно, каждый со своей идеей, хорошим русским языком, понимаете? Это все говорит о том, что мы получили то, что мы хотели. Кто-то случайно, я так случайно. Я вообще приехала на 3 дня к дедушке в гости. Мама говорит, ну поезжай к дедушке, у меня в руках портфель, плащ через плечо. Я поехала к дедушке, ну и так случайно осталась. На кафедру глициологии почему? А потому что практики не было по глициологии, а мне было любопытно. Потому что там больше мужчин. Конечно. Я всегда работаю только в мужских коллективах, поэтому я не А географии в школе у нас вообще не было, поэтому было очень любопытно посмотреть, чему учат здесь, потому что все остальное я знала, все умела и уверена, если это до поселения. Меня, по-моему, весь курс помнил. У меня было ярко-оранжевое платье. А ты медалистка была, да? А? Медалистка была? Да. А, то есть один экзамен просто сдала и все? Нет. Мне пришлось сдавать все, потому что я решила один, что я одна из всего нашего потока, решила все примерно и забыла поставить точку с запятой в ответе. Потому что я спешила. За полчаса я уходила, и все, кто помнит. Нет, ну они что, поставили 4 штуки? Мне поставили 3. А поскольку я сопротивляться не стала, мы подключили. А поляцию не пошла смотреть. Это не знала. Даже взяли тебя и слава богу. Это все мелочи. В общем-то, тем не менее, всем нам повезло. Повезло даже не потому, что мы получили какие-то особенные знания, а мы их получили особенные. Та профессура, которую нам удалось достать, ее больше нет. Извините, товарищи преподаватели, больше никогда не будут. Они несли те знания, которые они получили до революции, которые получали системно, которые получали у корифеев, нам было. Мы слышали Васильевич, мы слышали Шавшина. Мы лекции читал, вы вспомните, которые писали книги, которые сдали классики. Мы были последние, фактически, кто это сюда дал. Поэтому мы получили все, нам было. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то еще как-то, это не важно. Но я считаю, что всем нам в этой жизни повезло. Повезло, что именно эта профессия, вы о ней много сказали, именно так оно и есть. Эти полевые работы, эти взаимоотношения общежитские, эти разные классовые слои, согласитесь, у нас были люди, дети, которых хорошие склад были родители, у нас были люди, у которых, извините, нечего было на обед съесть, потому что много было студентов, которые жили на маленькую стипендию, ни помощи, ничего, и они все трудились. И в общежитии мы люди из разных семей, из разных, вообще непонятно, попадали, приезжаешь, вот тебе 5 человек, живи, как хочешь, так и интересуйся между собой. Это большая школа, сложная школа, я намного прошу не даю. Именно поэтому потом все мы легко устраивались в любом коллективе. Потому что нас отшлифовали, мы сами себя отшлифовали. Мы хотели этого, мы это получили. Поэтому в моей трудовой книжке 3 записи. МГУ, МЧС, аппарат правительства. Ничего я никогда не меняла, никуда в сторону не ходила. Всегда занималась только природой, скажем так. Не просто географией, а природой. Природопользованием, человеческой природой. После окончания сразу мы пришли в аспирантуру. Приходили, насколько я помню, Оля Алексеевна. И да, и была такая Боева Лена. Она защитила себя, она маской только на руках на защиту пришла.
вся кафедра держала мою дочку, а я защищала 21.09. Потом работала в северной экспедиции, где только я не была, крайне сильно тяжелой экспедиции. Все это, извините, резиновые сапоги, комарин. Все. Башка. И широкая. Всю Сибирь так мы хорошо объездили. Вот. А потом наступили времена, когда я поняла, что мне этого мало, просто мало. Изучать просто один инженер, да, писать на эту тему диссертацию, какой же такой сегодня, это не по моему характеру. Я думаю, более глобально, мне нужно как-то сразу. Я ушла в учебе, я хочу подработать. У вас нет одного направления стихийных, знаете, 15 лет поговорила с замминистром, меня тут же зачислили на работу. Я создавала мне целый отдел, потому что изначально гражданская оборона больше ничего. Стала собирать отделка, она брала ребят, психологов, гидрологов, геоморфологов. У нас был отдел, который занимался в то время, в 90-е годы. Мы давали прогноз каждую неделю на всю страну, всех стихийных грязных, всех вот этого публиковали. Потом меня заставили дать прогноз на 15 лет развития всей нашей окружающей среды, на 15 лет вперед. Я его дала, как ни странно, он до сих пор сбывается. Хотя все будешь так крутили, такого быть не может. Вот эти перепады температуры, вот эти смокнутые графики, не знать, когда погода меняется не 5 дней, как было 30 лет назад, а в течение суток. Раз, раз, раз. И вот так все это выкладывалось. Вот меня пригласили с правительством. Мы что у нас по погоде? Касающихся загрязнений, гидротехнических сооружений. А самое мое любимое направление, то, что у нас, к сожалению, я все хочу декану сказать, почему этому никто не учит. Есть такая потрясающая конституционная установленная направление деятельности государства, наименование географических объектов. Не до понимания, нет, именно наименование, как функция государства. У нас все имеет свои имена. Как они, откуда они возникают? Это такая сложная работа, это постановлением правительства, какой-нибудь сборки присваивается наименование. Это не просто придумано, идет целая огромная экспертиза. Это история, это русский язык, это куча всего, право там и прочее. А вдобавок, когда начинают заниматься, биографии многих людей, когда просят, вот нам удалось присвоить наименование наших профессоров, там, Дмитрия Мавека, или там, да, Рафольского, я даже не вспомню, потому что у него такая постановление. Вот это очень, вот это я просто любила эту работу, у меня готова диссертация докторская, потому что, к сожалению, у меня сейчас в стране не осталось ни одного человека, который владеет вот этим комплексом всего этого законодательства в целом. Все ушли на пенсию, а молодые девочки пришли, а они, а мы не знаем, что это такое. Их никто не учил, этому не учат нигде. Вот это главная боль. Но поскольку я чиновник, уже по крови, по своей сущи, я сочла невозможным, будучи чиновником, защищать докторскую диссертацию. Я считаю, это неприемлемо. В отличие от Лизинского, все это остальное. Вот. Ну, а потом, последние 2 года, когда почти просто закончил, я сейчас в МЧС работаю в Центре стратегических исследований, аналитическая группа. Ну, мы занимаемся анализом деятельности министерства, там всякие проблемы, прочее. Сидим отставные генералы, заместители министра, обмениваемся информацией, всем остальным пишем какие-то якобы умные статьи, нам так кажется. Вот так они занимаются. Ну, у меня дочка, внучка, муж, который помешан на Арктике, вот недавно на Северном полюсе был, все, муж у меня один. Мама у меня, к сожалению, в Донецке. Живет в центре Донецка, сами понимаете, что это за обстановка, вывести мы ее не можем, постоянное напряжение, вот этот сумасшедший, абсолютно сумасшедший дом. И вот это вот каждый день, одно, второе, третье, десятое, но тем не менее, я очень рада всех вас видеть, я всем благодарна. Я не очень контактный человек, у меня нет в сетях, это было по работе, мне не нужно просто определенный простой телефон, чтобы никто ничего. Мне лучше встретиться, поговорить, увидеться и прочее, прочее. Работаю всю жизнь только в мужских коллективах, поэтому, может, с женщинами надо не совсем, как им кажется, правильно общаюсь. Я допускаю, всякое бывает. Но я очень рада вас всех видеть. И я, мне кажется, что вот такие сборища, какие бы там старые не были, все равно мы друг для друга, глядя на вас, вы для меня все, девчонки и мальчишки, те, которые вы были тогда. Спасибо вам большое. Thank you.